Відкрита трибуна. Як ви вважаєте, чи потрібно підвищити зарплатню військовослужбовцям? Считаю, что нужно, но не заслуживает этого. Мы тут отдыхаем, а они там воюют. Ну, в зависимости от инфляции в стране, конечно, зарплату военнослужащим поднять необходимо, потому что цены все дорожает. У них, правда, есть льготы, но, тем не менее, они заслуженные. Поэтому мы же ориентируемся на экономическую сторону. Поэтому, как жителям страны, понятное дело, надо существовать, надо детей воспитывать, учить, лечить себя, членов семьи. Поэтому зарплату поднимать надо. Конечно, обязательно надо поднять, потому что я сам военнослужащий бывший. Я прослужил 32 года выслуги. Мне пенсия 1700. Это нормальная пенсия за то, что я отдал государству 32 года службы. Я считаю, надо поднять военнослужащим зарплату, так как они обеспечивают в это нелегкое военное время нашу безопасность, сон наш охраняют. Конечно, нужно. Во-первых, они такие же граждане, как и мы. Заслуживает на то, чтобы им подняли заработную плату. А глядя на ситуацию в стране, ее можно охарактеризовать так, что все вроде в шоколаде, а если внюхаться, то нет, то тем паче. Это мое такое мнение. Ну, в принципе, любая зарплата должна оплачиваться так, в каких условиях человек работает. Поэтому, смотря где находится человек, и, соответственно, ему должна оплачиваться и зарплата. Поэтому, ну, военнослужащих, в принципе, да. Я думаю, да, потому что если мы не будем платить нашей армии, то будем платить чужой армии. Відкрита трибуна.